признать Приднестровье. Молдове эту идею поддерживают все больше людей. Об этом говорит последний соцопрос. Более 31% граждан Молдовы высказались за признание нашей независимости. А буквально полгода назад эта цифра была почти вдвое меньше. Что думают об этом у нас? В Молдове все больше увеличивается поддержка признания Приднестровья. Как вы к этому относитесь? Очень положительно. Хорошо. Люди поняли, на чьей стороне правда. Я всегда за. Как же по-другому? Чтобы признали наше Приднестровье, конечно. Возможно, они стали понимать, как это тяжело жить в блокаде постоянно. И что с Украиной, и что с Молдовой. Люди видят, что надо делать что-то для людей, а не против. Или поддерживать Америку. Просто тупо, слепо. Вот как сказала Америка, так и выполнять. Лучше все-таки разум включать, смотреть, что людям удобно, торговые связи развивать, взаимоотношения, культура. С чем вы связываете то, что вот сейчас этот уровень поддержки, признания независимости Приднестровья, он в Молдове растет? Ну, потому что они видят, что есть перспективы какие-то в дальнейшем развитии, а там какие перспективы? Я не вижу, что Европа покупает какие-то товары Молдовы, нет. Они в основном стараются все продать на Россию. Нам то же самое продать. Газ откуда они получают? С России. Я так думаю, что вообще, может быть, они хотят интегрироваться потом в российскую как бы систему именно Молдова. Быть не с Европой, а с Россией, может быть, так. Признана республика, и легче будет, наверное, с Россией взаимодействовать. Они думают, что все-таки их часть сейчас отделится, и они с этим своим кусочком, может быть, пойдут к Румынии. А Приднестровье пусть себе развивается само по себе. Народ сейчас более сознательный стал. Более сознательный и сознает ошибки прошлого. И не надо их повторить.